дружными аплодисментами поприветствуем 11-классников. Кажется, еще недавно они шли в школу на свою первую линейку. Девочки и мальчики несли учителям букеты, которые были чуть ли не больше их самих. А теперь они взрослые выпускники. У всех слова «последний звонок» вызывает смешанные чувства. Это и грусть расставания, и радость новых открытий. Мне очень жаль расставаться с моими одноклассниками. Я буду очень сильно по ней скучать, по всем учителям. Они так много в нас вложили. Ощущение радости и, самое главное, тоски. 11 лет все-таки вместе проучились, и все заканчивается так. За час. Очень жаль. Плакать хочется постоянно, за это душ водостойкая. Не знаю, у меня слезы постоянно наворачиваются. Я рад, что я закончил школу. Не знаю, надоело за 11 лет. Слезы на глазах то ли от счастья, то ли от прощания со вторым родным домом. У многих в руках фотоаппараты, но эти мгновения и так запомнятся надолго. В этом году здесь зародилась новая традиция. Выпускники оставляют бумажные ладошки, чтобы память о них хранилась долгие годы. Свои пожелания вчерашним школьникам оставили и почетные гости. Я бы хотел сегодня выразить огромные слова благодарности нашим преподавателям и учителям, которые все эти годы вложили в вас знания, вложили в вас свое мастерство, профессионализм и свою душу и свое сердце. И вот настал долгожданный момент. Выпускники вышли на финишную прямую, впереди у них последнее важное испытание – единый государственный экзамен, период, когда вчерашние школьники войдут в новую, уже взрослую жизнь. Эльвира Салахова, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.